Итак, дорогие друзья, мы имеем электронабор, мотор-колесо от фирмы Электро. Используем мотор-колесо от велосипеда в качестве генератора. Вот у нас стоит у нас на квадроцикле. Вот она. Сейчас будем его крутить и смотреть, при каких оборотах оно у нас будет давать какую скорость на напряжение. У нас стоит редуктор 1 к 3. То есть один оборот колеса делает 3 оборота мотор-колесо. На максимальных оборотах было 99 вольт. Так, теперь давай на средних оборотах. На середине где-то. Ну вот она на средних оборотах. Где-то 52 вольта, 53 вольта. Вот наше мотор-колесо крутится. Ну давай на все обороты. 100 вольт дает, 100 вольт на выходе, на максимум оборота. Итак, дорогие друзья, мотор-колесо от фирмы Электро, которое 60 вольт 1 киловатт, дает на оборотах 100 вольт 1 киловатт.